вдячна за те, що ви з нами. Це громадська приймальня і її другий блок «Корисні поради». Вже більше 100 років тому, як американець Вільям Річардсон зробив революцію в житті кожного з батьків, запатентував дитячий візок. З того часу з'явилася неймовірна кількість найрізноманітніших моделей цього транспорту, про переваги та недоліки яких майбутні батьки часто і не підозрюють. Ми розкажемо вам про них вже за мить. Експерт з дитячих товарів пан Олексій Чесноков сьогодні буде нам розповідати, як обрати ідеальний візок для свого малюка. Пане Олексій, дуже рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, 223-09-71. Ми говоримо сьогодні про те, як обирати дитячі візки. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Переконана, що запитання є, тому що досить актуальна тема, і дійсно розбиратися сьогодні будемо в досить широкому спектрі питань. Ну, по-перше, за все, пане Олексію, хочу, щоб ви загалом роз'яснили, на які моменти взагалі слід зважати, коли обираємо модель візку. Тому що я знаю, що мами часто не дотримуються там розмірів своїх ліфтів, там, на якому поверсі вони живуть. Які моменти слід рахувати? Сперва, коли ребенок рождається, или коли ви вже готуєтесь стати родителями, це не обов'язково мами, можуть бути і папи теж приймати в цьому активне участие. Тоді це цікавіше становиться всій сім'ї. Вот. Нужно сперва вибирати коляску для новорождених. Это люлька. Угу. Вот. Люлька должна быть довольно-таки не маленькой, но и не очень огромной, как привыкли считать старшее поколение. Люлька должна быть нормальных размеров. Это примерно 72 сантиметра внутри. Угу. Вот, примерно. То есть, опять же, плюс-минус это допускается. Вот. И она должна быть легкая. Килограмма 4-4,5. Больше это уже будет тяжело просто потом маме пользоваться этим. Угу. Она должна удобно ставиться на шасси, вот, и все это вместе должно весить не больше 11 килограмм, желательно. Есть варианты, когда это весит 15-18 килограмм, добавляем туда вес ребенка, ну, там, 5-6 килограмм, и, разумеем, что и уже... это будет 20 там чем-то килограмм, угу. Вот, и берем погоду нынешнюю, и это очень тяжело возить такую коляску. Плюс продукты какие-то внизу, там сумка для мамы, памперсы. Так, итого так. Килограмм 30, это на самом деле тяжело. Поэтому как можно, если вы выбираете как можно легче коляску, тем самым легче вам будет в дальнейшем пользоваться ней. Угу. Так, дуже дякую. Ну, давайте ми тоді будемо одразу розбиратися з видами. У нас є декілька таких наглядних, показових моментів. Можемо зараз якраз подивитися, яким же чином можуть виглядати ось ці візки для наших малюків. Я так розумію, що поділяються вони на класичні так моделі і спортивні. Какие могут быть виды? Классические коляски – это когда коляска идет на четырех больших колесах. Угу. Вот, а так называемая спортивная, то, что вы сказали, это идет универсальная и более удобная коляска, опять же, в современном виде, как она есть. Это, как правило, сзади идут большие колеса, а спереди идут более меньшие колеса, плавающие колеса, которые позволяют управлять коляской удобнее, легче, угу. И маневрировать по дорогам. То есть, если идут 4 большие колеса, это маме нужно постоянно, чтобы повернуть, да, то есть нужно немножко принажать сзади, и, следовательно, это не очень удобно. Поэтому придумали вот такие вот плавающие спереди колеса, что позволяет маме намного легче управлять коляской. Вот давайте подумаем. Вот, например, это мы видим современная коляска спортивная. Это спортивный вариант. Да, это более удобный вариант, потому что мы видим здесь довольно-таки большая люлька. Вот, спереди идут плавающие колеса, сзади идут большие надувные колеса. Что в процессе эксплуатации, когда большие надувные колеса сзади, дает возможность амортизации. Угу. Вот, люлька идет из материалов, которые водонепроницаемые. Вот, это уже другая модель, это же коляска, только идет в прогулке. Вот. Это универсальная модель. Да, это модель можно... еще, да, это вот та же самая модель, когда вы покупаете, это одна и та же. Угу. Вот. Эта модель, она же удобно складывается, и у нее есть функции для сна. Вот, там дальше мы будем листать, увидим. И функции там одевать дождевик на нее вы можете очень удобно. Вы можете на нее очень удобно одевать москитную сетку. Ну так, там действительно зручно. Что в процессе облегчит использование данной коляски. А от я, так, пане Олексію, у нас починається пленарне засідання Київської міської ради. Маємо його транслювати наживо. Будь ласка, залишайтеся на телеканалі Києва.